Перспективы в туризме, экспорте продукции, а также в расширении торговых связей. Делегация Республики Армения продолжает рабочий визит в Поморье. Сегодня с представителями бизнеса и крупных предприятий обсуждались стратегические шаги для взаимовыгодного сотрудничества. Взаимодействие между двумя регионами России и Армении носит долгосрочный характер, о чем свидетельствует успешная реализация соглашений между Архангельской и Войцдзорской областями. Однако Александр Цибульский отметил, что отношения двух субъектов в сфере экономики могут быть еще более тесными и взаимовыгодными. Хотелось бы темпы нашего взаимодействия наращивать, объемы товарооборота увеличивать. Я посмотрел в целом товарооборот между Архангельской областью и Арменией на сегодняшний день. Скажем так, есть, но точно потенциал этого товарооборота и взаимодействия еще далек от исчерпания. Поэтому нам сегодня, мне кажется, надо все наши усилия совместные направить на то, чтобы это взаимодействие развивать и расширять. Сегодня складываются абсолютно для этого благоприятные условия, санкции западных стран в отношении России, которые, по мнению их инициаторов, должны были разрушить нашу экономику, потерпели, в общем, крах. Важным направлением международного взаимодействия планируется сделать развитие туристической отрасли. Несмотря на совершенно разное географическое положение, оба региона объединяет наличие источников минеральных вод, которые активно используются при санаторно-курортном лечении. Разные у вас интересные методы лечения, грязелечения. Водоросли очень интересуют, потому что вот у нас в Джермуке нашу минеральную воду можно комбинировать с водорослями, с грязью и придумать что-то, новые методы лечения, чтобы люди приехали и восстановили свое здоровье. Основной темой встречи стало расширение товарооборота между Архангельской областью и Арменией, который в прошлом году увеличился вдвое и вернулся к показателям 2017 года. Из республики в Поморье ввозится преимущественно продукция машиностроения. Архангельская область экспортирует бумагу и картон, алкогольные напитки и продукцию химической промышленности. В перспективе эту линейку товаров могут пополнить и топливные гранулы. Сегодня мы посещаем 25-й лесозавод, одно из ведущих предприятий лесопереработки Архангельской области. И здесь тоже речь идет в первую очередь о том, чтобы расширять границы сбыта продукции и пиломатериалов, и пилет. Заинтересованность армянской стороны мы видим, и я уверен, что по итогам должны сложиться партнерские отношения и появиться новые контракты по продаже продукции наших лесоперерабатывающих предприятий в Республику Армения. Я очень благодарен губернатору Архангельской области Александр Витальевич, что нам дал такую возможность приходить сюда, смотреть такую мощь, что потом бизнесом рассказали это все, чтобы был товарооборот. Мы хотим, чтобы товарооборот подняли на высшем уровне, в любом сферах. И вот здесь, и курортическим направлением, и туризмом. Сегодня нам полный график. Помимо этого, на встрече обсуждались перспективы развития сотрудничества в культурной и образовательной сферах. Александр Богданович, Евгений Зыков, Регион 29.